Ремонт дорог поднялся на новый качественный уровень, отмечают активисты Общенародного фронта. Говорят, прежде всего, это связано с внедрением контроля на всех этапах исполнения работ. Посол губернатора о том, что нам действительно в регионе нужны качественные дороги. Не просто количество километров, введенных в эксплуатацию, а это качественные дороги, чтобы они долго служили, чтобы гарантийные обязательства приближались уже как минимум к 10 годам. Дворы, скверы, парки приводят в порядок также под контролем общественности. Если раньше городские пространства ремонтировали точечно, то в этом году к выполнению работ подходили комплексно. Видим более качественные изменения, появление газонных посевов. Ушла та практика, когда во дворе, где есть 4 дома, например, асфальтовое покрытие или тротуар сделан у одного, детская площадка сделана общая, но при этом весь остальной двор, не будучи участником данного проекта, имеет неровности в асфальте. Активисты рассказали, 2019 год – это синергия ключевых огромных задач и решение маленьких, но очень важных проблем конкретного человека. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.